При помощи воздушной разведки был обнаружен противник. Тепло. При помощи тепловизора группа ДРГ продвигалась вдоль посадки западной Украины. Была обнаружена, вступили в бой. Противник был отогнан. Ждем его дальнейших действий. Работает малыми диверсионными группами. Выходит, говоря в тыл к союзным войскам, наносит дальнее поражение. После этого быстро уходит в свои районы. И, как вы видите, тепло целей сразу является на фоне лесополосы. Тем самым мы можем обнаружить противника и нанести ему более точное огневое поражение.